Давай ты надуешь шарик. Ура! Шарики! Ты недостаточно эмоционально говоришь. Давай более выразительно. Ура! Шарики! Давай, сынок, постарайся. Давай, у тебя получится. У меня аппендицит заболел. Давай, сынок, у тебя получится. Больше эмоций, давай, улыбайся. Я устал. Как я устал. Надо витамины. Пойду за витаминами. Да, пойду за витаминами. В этой коробке, кажется, лежали витамины. Сейчас я возьму витамины и попробую их, чтобы набраться сил. Тут разные витамины у меня. Парацетамол. Наверное, вкусный витамин. Надо попробовать. Какие вкусные витамины. Теперь у меня стало больше сил. Надо порисовать. Я люблю рисовать. Смотри, мама. Я нарисовал цветочек. Видишь, мама? Это цветочек. Специально для тебя. Я люблю рисовать. Мое солнышко. Я могу нарисовать солнышко у себя на лбу. Давай, давай, надувай. Маме нужен новый БМВ. Я люблю свою маму. Мне нужно больше витаминов. Какие вкусные витамины еще здесь есть? Анальгин. Это, наверное, вкусный витамин. Сейчас попробую. Мам, а мне можно эти витамины? Я думаю, ничего плохого не произойдет. Мама ведь не сделает мне плохо ради просмотров. Ты ешь, ешь. Прямо в глазку прилетели. Какие вкусные витамины. Что у нас тут еще? Ртуть. Слышь, пацан. Или может не пацан. Мам, а мне можно ртуть? Конечно, все можно ради просмотров. У нас будет много просмотров? Очень много, сынок. Как много? Сколько миллионов? Больше, чем ты можешь себе представить. А ты купишь мне киндер-сюрприз? Я хочу киндер-сюрприз за 50 рублей. Купишь? Нам хватит денег с просмотров? Киндер-сюрприз. Даже не знаю. За 50 рублей. Для этого ты должен съесть все витамины. Я люблю витамины. Здесь у нас есть еще рицин, цианид и... Не понимаю. У него очень интересное название. У меня все есть, да, мам? Ешь все, сынок. Какие... Какие вкусные витамины! Выходишь витамин? Сынок! Что, мама? Что с тобой? Со мной? Ничего. А с тобой что? Вот это нож, вот это шарик. Шарик, нож. Что-то мне плохо, мама. Сынок, что с тобой? Сынок, расскажи, что ты чувствуешь? Сынок, что с тобой, сынок? Расскажи, что ты чувствуешь? Алло? Служба доставки детей для YouTube-каналов?
У меня ребенок сломался опять. Можете приехать, посмотреть, что с ним, или нового пришлите мне? Да, да, да. Я умер! Друзья, это все было не по-настоящему. Этот ролик снят для того, чтобы маленькие дети не употребляли таблетки. Что дальше? Так что не жрите таблетки. Пока! Блин, давай еще раз. Пока! Да, блядь! Давай еще раз.